Добро пожаловать, друзья, на берег Адриатического моря и просто чудеснейшую по своей красоте страну Черногорию. Нахожусь на данный момент в городе Будва. Город прямо на побережье моря. Что касается по граффити, значит, немножко здесь в этом плане грустно, потому что здесь нету шопов, но проблема решаема. Можно сделать, насколько мне сказали, можно сделать доставку из Сербии, Белграда, автобусом, банок. Вот. Также мне сказали, что можно как бы строительные магазины посмотреть. Я вот уже видел куски, вам покажу, что я видел. Чатах в Телеграме сегодня увидел объявление о работе, которая мне подходит, в принципе, и но она, правда, к сожалению, не в Будве здесь, и завтра я поеду в город Подгорица, час езды отсюда. Шалом-шалом, братки. Ну что, значит, какой у меня расклад? На днях съездил до Подгорицы на собеседование. Собеседование прошло удачно, меня взяли на работу, поэтому я буду с Будвы дислокироваться до Подгорицы и там буду жить. Вот. Что касается Подгорицы, город в плане граффити, конечно, будет поинтереснее, чем Будва. Город все-таки больше, гораздо больше. Здесь город Будва красивый, но это все-таки курортная зона. Вот, здесь вот море рядом, как бы хорошо. Вот, да, ехать до Подгорицы час всего лишь. Так что при любом удобном случае я могу сюда приехать, понежиться на море. Вот, это что касается ближайших планов. Посетил, значит, я магазин вчера. Добрался до строительного магазина в Будве. Вот, тут такие красочки у нас есть. Дубли Colors. Ой-ой-ой. Такой вот Дубли Colors. Мне посоветовали его взять. Говорили, сказали, что неплохая красочка. Такие варианты. Но специализированных магазинов, как я уже говорил, здесь нету. Вот только вот в строительных. Ну, мне кажется, ничёшный вариант. Будем смотреть. И на днях я уезжаю, и на последующих я просто должен оставить здесь свой кусок. Должен был я рисовать вот с этим райтером Акуя из России, но у него сегодня нет времени, к сожалению. Все, кайф. Platinum. Очень сильно хочется протестировать, посмотреть, что они из себя представляют, но выглядит как более-менее себе даже хорошая краска. В первый раз я вообще увидел вот такие очень плотные крышечки на банках, она прям, чтобы вы понимали, она очень крепкая, как камень. Мне это внушило знак какого-то доверия, знак качества. Вот ее даже очень сложно вот одной рукой, я не могу. Вот еле открыл одной рукой ее. Так, очень интересно, какого здесь качества PF эмаль. Взял одну белую баночку. Сколько она здесь по объему? 0,75 литра. Ну, в принципе, неплохо. Вот. Заколировать ее. Очень понравившийся мне вот такой вот баночкой колера Диппи. И по плану у меня сделать еще сегодня персонажа,
но пока что его даже не накидывал, чтобы убедиться сейчас точно, что мне хватит ПФ-ки залить кусок и потом уже от этого отталкиваться. Кстати говоря, мне очень нравится. У нее такая, из-за того, что она вообще никак не разбавлена ничем, у нее такая консистенция такого густого, такого мороженого, но кроет хорошо, поверхность здесь вообще отличная. Так что краски хватает еще и на Кэрэка. Кстати говоря, здесь по поводу полиции очень удивительно и странно. Есть одна полиция обычная, да, и есть коммунальная полиция. Я очень долго не мог понять, что она делает, но потом мне местные товарищи рассказали, что они следят за, ну, за чистотой, типа там в парках вот они ходят, чтобы был порядок. И, ну, вот наподобие вот этого, в общем. И я так думаю, именно коммунальная вот эта полиция, она будет как бы иметь отношение вот к таким, как я, граффити-райтерам. И если что, будут вызывать именно коммунальную полицию. Вот, в общем, вот такие дела. Рисую вот этой краской, я как будто бы вернулся в прошлые свои истоки, начало граффити жизни моей. Рисовали чем-то похожим тогда, это была эмаль. Она так и называлась, эмаль, спрей эмаль. Непривычно, конечно, да, что поделать.